Всем привет! Продолжаем смотреть художников, их работы. Люсьен Леви Дюрме. Французский художник-символист, гончар, представитель стиля модерн. Я беру данные из Википедии. Основной переводной – это той, которая не на русском языке. Родился в еврейской семье в Алжире. Через некоторое время отправился в Париж, чтобы изучать рисунок и скульптуру. Посещает муниципальное училище рисунка и скульптуры на улице Бреги в Париже, где учится в Вийоне и Валле. В 1887 году Леви переезжает на юг Франции, увлекается керамикой, работает художником по орнаменту на мануфактуре художественного фаянса в Гольф-Жуане. Эту мануфактуру возглавлял Климано Массие. Через некоторое время становится главным художником мануфактуры, возрождает технику металлического глянца. Его строгих форм керамика украшена растительным орнаментом. Через некоторое время художник возвращается в Париж, начинает карьеру живописца, посещает Италию, где вдохновляется искусством эпохи Возрождения. В 1896 году его живописные полотна и пастели впервые выставляются под именем Люсьен Леви Дюрме. Работы его встретили положительные отзывы публики, обрели популярность, в том числе и в кругу художников. Выставка вызвала восторг критиков, чутких к символизму. Картины Леви Дюрме отождествляются с полотнами парафаэлитов, наполненными цветами импрессионистов. Поддерживая академический подход к деталям, он создавал работы, в которых ассимилирует импрессионизм и выражает идею картины с изображением полной гармонии. Позже он работал уже пейзажами, исключение составляли идеализированные женские ню. Создает свою известную алжирскую серию, что связано с поездкой на родину художника. Он также черпал вдохновение в музыке, пытался в живописи запечатлеть произведения великих композиторов, например, Форе, Бетховена и Дебюсси. Умер в парижском пригороде Левизине в 1953 году. Ну вот и все, что мне удалось найти о французском художнике-символисте Люсьене Леви Дюрме, представителем стиля модерн. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Пока-пока.